Вместо аварийных труб – прочные коммуникации. На протяжении нескольких месяцев в округе идет масштабная реконструкция тепловых сетей ТСК «Мосэнерго». Работы ведут в рамках инвестиционной программы, разработанной при поддержке Министерства энергетики Московской области и администрации Химок. Мы уже сделали больше половины и планируем закончить все работы до начала отопительного периода. Это позволит по тем адресам, где мы выполняли работы, существенно сократить количество отключений и повысить надежность системы теплоснабжения. На сегодняшний день заменили уже 6 километров тепловых сетей. Наибольший объем работ, по словам специалистов, предстоит выполнить в микрорайонах Подрезково и Новогорск-Планерная. В этом году запланирована перекладка 4 километров сетей в рамках реконструкции и 5 километров тепловых сетей в рамках ремонта. Общая протяженность замены изношенных сетей составит 9 километров. На данный момент изношенные трубы на новые заменили на улицах Ленинградской, Школьной, Совхозной, Молодежной и Новозаводской. Завершат программу реконструкции теплосетей в соответствии с планом в 2025 году. Нина Липанова, Вильфред Димковский. Новости Химки ТВ.